Открытость, эмпатия, доброжелательность. Эти качества очень важны в работе педагогов-психологов. Они становятся для детей наставниками и помощниками в решении конфликтов с родителями и сверстниками. Оксана Яткаленко работает в Центре социальной помощи и, как никто другой, знает, насколько детям важна поддержка. Я с детства мечтала работать с детьми, и я мечту эту осуществила, и работаю уже на протяжении длительного времени в центре нашем. И я вижу будущее – это помочь детям, помочь их семьям, чтобы они успешные были, чтобы они могли жить в своих родных семьях, чтобы не допустить беды в будущем, чтобы все, что они хотят, у них это исполнилось. В работе с детьми важно обучение новому и постоянное развитие. В рамках федеральных программ мы даем возможность нашим специалистам учиться, это за счет средств гранта, но вот мысль возникла объединить наших педагогов в профессиональное сообщество и проводить вот такие стажировочные площадки, обмен опытом, поиск решений, потому что проблем достаточно много сегодня в нашей жизни. В таком масштабе профессиональный слет педагогов-психологов прошел впервые. Связано это и с востребованностью их работы, особенно в контексте СВО. Сейчас, к сожалению, очень много семей, особенно детей, которые остались в трудной жизненной ситуации, они требуют повышенного внимания. И здесь, в нашем центре возрождения, этим детям уделяют максимальное внимание, чтобы они забывали о тех проблемах, которые существуют у них дома. А здесь все занятия, все педагоги рассчитаны только на позитив. Педагоги-психологи в том числе работают с семьями, чьи близкие отправили в зону боевых действий. За необходимой помощью можно обратиться в ближайший центр социального обслуживания или в отделение фонда «Защитники Отечества» на Щепкина. Анастасия Кондрева, Сергей Грыдунов. События дня.